Наше кафе «Яни Ями» работает уже в Белгороде на протяжении 3 лет. Уникально мы тем, что мы работаем на продуктах растительного происхождения высочайшего качества. Наше кафе растительной кухни не только потому, что веганство сейчас в моде, а потому что у людей есть очень много противопоказаний. У нас даже есть мальчик, который за свои 7 лет никогда не кушал торта. И вот его отец пришел и говорит: сделайте торт для моего ребенка. И мы по его протоколу питания сделали торт, который можно ему кушать, и обрадовали его на день рождения. В Сбиси очень удобно то, что мы можем составить любую технологическую карту. Очень много продуктов в базе Сбиса, где мы можем подтягивать автоматически, там же рассчитывается колораж продукта. Если вдруг по какой-то причине в базе Сбиса нет этих продуктов, то мы без проблем можем внести их. В самом начале, когда я искала для себя систему для работы, да, в кафе, мы выбирали другую. Но так случилось, что вся техника, которая у меня имеется, это техника Apple. И эта компания не могла нам позволить соединить с моей техникой. Сбис коннектит с любым оборудованием. И если у нас есть какие-то идеи, они это всегда принимают и стараются реализовать. Это очень здорово. Мы позвонили в Сбис, когда купили пейджеры, и нам сказали, что пейджеры работают только в том случае, если в Сбисе будут оформлены столики. Вот. Но я попросила ребят на горячей линии, говорю, как-нибудь давайте по-другому сделаем. И вот мне очень понравилось, что они очень гибко к этому относятся, вошли в нашу ситуацию. И теперь у нас у пейджеров совсем своя другая схема. Они не прикреплены к столам абсолютно. Они срабатывают после того, как блюдо наше готово. В экране покупателя нам что очень удобно, что наш гость видит полностью свой чек, видит количество баллов, которые он сможет списать в эту покупку, также видит все цены, все наименования. В общем, это все очень удобно. Еще очень большой плюс для себя я подчеркнула, что мы можем рекламную информацию нашу размещать в виде красивых фотографий на экране покупателя. Это очень здорово. Также у нас настроен монитор работника кухни. Это тоже очень удобно. Как только поступил заказ бариста, сразу автоматически передается заказ на кухню. Мы пользуемся бонусной программой. Получается, как только первый раз гость к нам приходит, он заполняет анкету, фамилия, имя, отчество и номер своего телефона. 3% с каждой покупки начисляется на бонусный счет, и в дальнейшем гость может использовать до 30% в виде скидки. Бонусную программу настроить было очень просто, без каких-либо сложностей. Сейчас мы работаем над франшизой. И, конечно же, одним из условий было в франшизе было то, что мы будем пользоваться Сбисом. Все решаемо, все хорошо, и у нас далеко идущий план.